Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке окажет содействие в привлечении кадров в Тор-Южная Якутия. Потребность в специалистах уже обозначила угледобывающая компания «Колмар», с которой агентство подписало соглашение о сотрудничестве на минувшей неделе. В следующем году предприятие намерено привлечь более 700 работников на горно-обогатительные комбинаты «Денисовский» и «Ингалинский». При поиске кандидатов приоритет отдается местным жителям. В случае необходимости будут привлечены кадры из других субъектов Федерации. В декабре в Якутске агентство планирует провести ярмарки вакансий, в которой не менее 1000 соискателей смогут получить информацию о возможностях трудоустройства на предприятиях республики. По оценкам специалистов агентства, в перспективе до 2021 года в Якутии будет создано более 10 000 новых рабочих мест.